Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень нравится молодой человек, я ему сказала об этом, но он начал только более холодно относиться, как себя вести. Мне хочется ему писать, но мне кажется, что ему это не надо. Что делать? Ну, начать я бы, наверное, вам предложил бы здесь с того, чтобы определить, а для чего вы вообще признавались мужчине своей симпатии. Какие у вас были ожидания от этого, ну, от признания. Как вы восприняли его изменения в поведении по отношению к вам? Это тоже достаточно важный момент. Дальше идем. Вы пишете, что вам хочется ему писать и, в общем, как-то с ним взаимодействовать. И опять же возникает вопрос, почему вам этого хочется? С чем связано то, что вам этого хочется? То есть у вас, получается, есть некая потребность в этом человеке, если я правильно вас понимаю. Если есть потребность, то крайне желательно, чтобы она, эта потребность, была идентифицирована. И чтобы вы имели все средства для того, чтобы самостоятельно ее удовлетворять, без наличия кого-либо рядом с вами. Сейчас вы говорите о том, что у вас есть некая потребность, которую вы хотите удовлетворить с помощью молодого человека, но не знаете как. Ну, потому что он вам не отвечает взаимностью. Вас, вероятно, задевает то, как он себя ведет. То есть вас, вероятно, задевает то, что он вам не отвечает взаимностью. Такой. Какой бы вам хотел. И это нужно, на мой взгляд, поисследовать. То есть посмотреть, как это все у вас происходит. Что делать, чтобы что? Аноним. Сформулируйте, пожалуйста, вопрос, как себя вести, чтобы что? Вызвать у него симпатию? Если это, то вам нужно знать его интересы, нужно иметь что-то общее с человеком, либо сделать его интересы своими, либо постараться привнести что-то ему из смежных
с его интересами. Тут нужно в любом случае исследовать, но вам желательно быть максимально естественной, максимально свободной для выстраивания отношений, а не как сейчас вы крайне замотивированы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.